привет! С вами канал «Письма со всего мира». Откроем такое веселое письмо с Сабриной на конверте. У меня, кстати, есть еще одно с Сабриной, правда, из Германии. Но мы откроем то, которое из США. Обратные расходы я оплачивала частично, видите, forever. Подозреваю, конечно, от кого-то, но могу ошибаться. Видите, у меня было несколько конвертов таких, 2, по-моему, или 3. И, ну, я примерно помню, там, кому я отправляла, но, опять же, всегда могу ошибиться. Вот, если бы, например, мне пришло 2 конверта из США таких, то я бы точно гадала, кто в одном, кто во втором. А так я помню, кому я отправляла в Берлин. Вот, и мы чуть позже его тоже в следующем выпуске посмотрим. Ну что, давайте. Так, так, так. Ну, это как-то сложнее конверт открывается. Опять я не той стороной. Ой, не могу достать. Слушайте, ну что, на раз, два, три. Опа. Фига себе. Обалдеть. Да, это именно то, что я хотела, то, что я ждала. И мне эта актриса ответила позднее всех. Точнее, я думаю, что все дело в том, когда она отправила письмо. То есть, сколько письмо мне идет. Она отправила 13 октября. Сейчас у нас 13 ноября. То есть, месяц шло ко мне письмо, хотя я видела, люди уже давно от нее получили. Встречайте, актриса Эмерал Тубия. Вроде бы так, у нее такое интересное имя и фамилия. И она играла Изабелли Лайтвуд в сериале «Сумеречные охотники». Писала я ей на съемки. Так, очень круто. Не знаю, как вам видно, но мне, допустим, черный маркер очень хорошо виден на этом фото. Вот так вот выглядит ее подпись. Вот так вот она мне подписала. Много любви всегда. И даже, мне кажется, это сердечко. Так, на обратной стороне ничего. Так, ну и здесь она тоже так подписала. Спасибо за все. Спасибо за всю твою любовь. Что-то я же начала заговариваться. Вот. И посмотрите, вот так вот выглядит. Да, я отправила какие-то темноватые фото. Не знаю, чем я думала, как обычно, когда отправляла. Но смотрится, конечно, хорошо, в принципе. Можно было чуть посветлее, но даже вот черный маркер не портит впечатление от, скажем так, ее пожеланий. Очень хорошо видно, ничего страшного, не стирается, потому что это матовое фото. Ну и здесь она тоже практически на всю фотографию очень красиво подписала. Красивый у нее почерк. Я в восторге. Вот. Очень довольна, что она ответила. Ну, вы видите, в принципе, по промо, какая она там эффектная в этом сериале. Девушка очень хорошо сыграла свою роль. Сериал уже, к сожалению, закончился. Но вот я помню ее именно по этому сериалу. И когда увидела съемки с ней, попробовала, думаю, ну, напишу, мало ли. И вот она ответила, молодец просто. Ответила, в принципе, всем, кто ей туда написал. Ух, ну порадовал меня этот автограф. Здорово, конечно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Пока!